сейчас будем прошивать SNES Mini. Погородишко здесь. Сейчас я как раз кабель покажу, какой он мне сделал вообще. А еще флешку же надо найти, да, братан? Да. Сейчас, ладно, пойдем ноутбуком, принесем ноутбук. Так, а да... там какие-нибудь мы поставили. Давай рассказывай, что делаешь, короче. Так, вот, чуваки, ромы. Смотрите, короче, что он мне спаял вообще, братуха. Вот такую канитель для SNES Mini. То есть мы его подключим, да, сюда, воткнем флеху, да? И все, флеха, да, флеха у нас 8 гигов. Хватит нам, нет? Хватит. Что поместится сюда? Ну... Old School весь поместится? Не знаю, но... Не весь, конечно, но большая часть поместится. Ну а там что у тебя вообще? У меня здесь пока только 3 ROM-сета. На это что? На Super Nintendo, на Dendy и на Sega. Mega Drive? Да. А на Master System нету? Нет, не закачиваю. Ну а ты же говорил, там у тебя в меню будет, да, все эти штуки? Да, да, будет. Но это надо будет докачивать. Ну менюшки будут сами? Менюшки-то будут. О, ништяк, ништяк, сейчас. Сейчас мы будем прошивать SNES Mini. Так, пока скачиваем ромы на компьютер. Ну ничего, ничего. 2%. И потом мы подключим, посмотрим, что у нас получилось. Что ты потерял? Окно вот это. Так, что запустил, да, это? Хач. Это вот эти. Хачи запустил, да? Хачи запустил. Это вот это, да, кластеровская программа? Да, да. Это же регуляторы. Ну, у меня они уже здесь загружены. Так, рассказывай, что делаешь. Запускаем программу Хач. Запускаем программу Хач. Хакчи 2. Хакчи 2, ладно, Хач, Хакчи 2, какая разница. Так. Давай втыкай. Жмем. Ну-ка. Ядро. Прошить модифицированное ядро. О, красавчик. Хотите прошить модифицированное? Хотим. Хотим. Теперь... Что нам нужно? Вставляем консоль. Короче, у меня будет тут весь ромсет на SNES, да? Остальное надо разбирать. Так, кнопка выключена. Теперь мы нажимаем reset. Включаем. Ждем пару секунд. Оп-оп-оп. Что там пикнуло? Не получилось. Не должен гореть. Оп-оп-оп. Дышаем? Дышили, да, ему? Драйвер стал. Я бы один не прошу. Это не говорю, там одна кнопка. Какая одна кнопка, блин? Здесь все на экране. Да, все равно. Я за plug and play. Короче, пошла прошивка. Драйвер установился. Че, вот так прям прошивается, да? Да. Ну, ништяк, ништяк. Так, ты мне скажи, братуха, что делаем сейчас? Так, установим... Модули, эмуляторы. Установка. Все у нас прошилось, да? Все нормально у нас? Да, прошилось нормально. Сейчас. Ставим эмуляторы. Так. Подожди, что? Ну, включу его. Так, у нас консоль прошитая. Что, ты на флешку все закинул? Уже? Нет, на флешку еще ничего не кидал. Вот флешка, братан же, вот флешка же. Так, а что мы, как мы делаем? Просто включаем консоль? Сейчас. Давай хотя бы просто включим консоль. Давай. Прошивки. Давай. Проверим. Короче, мы к твоему кабелю подключаем флешку, да? Это втыкаем так. Сюда, а другой конец. Ага. Адаптер USB где у тебя? Вот он, братишка, на. Так, контроллеры берем. Контроллеры. Чё, на, втыкай. На, воткни. И чё, там сейчас другое меню будет, что ли, братан? Да. Ну-ка. Будет другое меню.
Ну-ка. Так, это переключи на это. А, стой, стой, стой. А вы нам не надо. С ретро мы сегодня закончили. Подожди. Ну-ка. Ждем. Оп-оп-оп. Что-то есть, там что-то есть. Так, не пошло. Так, ну это родная, да, получается? Сейчас видим родную прошивку, да. Что, не прошило, что ли? Подожди, второй запуск. Нифига. Нифига? Как будто и не прошило. Ну вот. У нас сегодня каждый это видит этот момент какой-то этот у нас. Да, не, так-то в итоге все делаем, но что-то это с первого раза ничего не получается. Давай. Че, фиаско, попытка номер два, братуха. Давай, чтобы никакого фиаско. Исполняй. А, я понял, в чем дело. Чё? Я USB не доткнул. Вот ты в натуре. А что он же включался? А, ты из USB. И че? Что-то не сработало. Давай, давай. Что за фигня? Саня, реклама на твою ВК-страницу не сработает, братишка. Ты давай делай нормальное, по красоте все. Ничего. Бля, кластер, что ты за программу такую сделал, братан? У нас не получается, бля, прошить. Даже Брюс не помогает, ёпта. Что там в натуре, блин? Как это, блин? Не до конца воткнул. Где моя прошивка? Где моя это, папка, Sega CD игры? И все такое. 32X, все дела. Где это все? Бро. Ну-ка. Может, кабель у тебя не работает, братан? Работал. А что, у нас точно прошитая консоль? Я помню твои слова. Да ты сам можешь там одно касание мышки, когда сюда, а, вижу я твое одно касание мышки, блин. Что происходит? Что такое, братуха? Давай, 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 я хочу игры на Sega CD и на 32X. И на Master System хочу. Все, весь ROM-сет хочу. Где? Нету? Нифига. Все, пит какой-то. Я две консоли прошивал, никаких проблем не было. Это какой-то фиаско, ребята, у нас сегодня получается. Сатурн на паузе, но мы его по-любому починим. Ну, пику только разобрали, сами понимаете. Но почему не может братишку прошить SNES Mini, непонятно. Может, кластер виноват, брата, да? Не знаю. Ты свое прошивал? Я свою прошил, еще одну прошил, брата прошил, все работает. Свою прошил, брата прошил, а Никисану брату не может прошить. Ну что за беспредел? Вообще, сейчас я заходить, сейчас зарядку принесу, подожди. У нас попытка номер три. Прошивки SNES Mini. Тут не бомбят, короче, пацаны бомбят. Андреич пишет, Евген пишет. Все параллельно происходит, пацаны. Поэтому у нас сегодня день такой тяжелый, сами поняли, да? Ну, по-любому надо победить. SNES Mini хотя бы надо победить, по-любому. Так, братуха, что там? Третья попытка, да? Сейчас, подожди. Что там у нас было? Что там проблема была? А, нас забыли нажать «Сохранить настройки». А, вот оно что, вот оно что. Ну-ка, давай, втыкай теперь. Так, просто этот Hakchi 2 настроили, а ядро модифицировали, модули установили, а нажать «Сохранить настройки» забыли. Вот ты в натуре. Опа-на! О, типа, включи, а, включена. Давай, кастомание. О, подожди, подожди, что это геймбой, да? Да, геймбой Advance. Так, а как там их выбирала? Как ты их выбирал? Ой, с переводом, что ли? С моей флешки уже запускаем. А, ты с твоей флешки. А что, мою воткни, блин? Сейчас. Так, а чё с моей, не, а чё это с моей, ой. Я хочу играть. Я не знаю, вот кто любит эти пиксели, ребята? Вам что, натуре нравятся эти квадратные пиксели, блин? Ужас просто. Переводи на этот ретро-режим. Вообще ненавижу вот так, квадратики эти, блин.
Ладно, это что, ты кара? Кстати, офигенное кастование. А что, почему на твоей флешке есть, а на мою не закинул? Закинь мне тоже все. Все закинь, братан, все. Че ты? Так. А что, конечно, нельзя переписать все сразу? Все сразу нет. Опять кластер виноват? Это конкретно кластер виноват, да, что все сразу нельзя? Леха, вот ты даешь, а, блядь. Что ты не мог сразу сделать так, чтобы можно было пачками закинуть туда? Что ты нас мучаешь на самом деле? С ромсетами, не пачками. Ну, бля, ромсетами. Было бы круто. Не, вообще не вариант вот так вот рубиться, короче, надо переводить на этот режим. Там, жми на... Ну-ка, переведи его на режим. Этого. Все по-русски смотри. Да, или... нафиг, не знаю, у меня к русскому, блядь... Нет, одна... это хороший перевод. Да? Да. Бля, переведи на этот режим нормальный, а? Тут чё, кому это нравится, вот такие вот квадратики, я не пойму. Вам по кайфу, что ли? Серьезно, бля? Тебе надо одеть мутные очки. Давай, сделай этот, бля, сделай, как его? Ретро-режим сделай, как делается? Все, ладно. Ладно, все, сейчас сделаем потом. Ой, ну чё, бля, прошили, да? Но мы еще не допрошили с тобой, братан. Нам надо с тобой красиво оформить там все, как у тебя. Все это. Надо 32X, надо Sega CD обязательно. Да-да. Sega 1000. Все Sega, короче. Да-да-да. Game Gear туда-сюда. Хотя я не знаю, все сложно на этом телевизоре все это сыграть. Конечно, все порнография какая-то, но для красоты пусть будет. И что, мы сейчас флешку отсюда вытащим, братан? И что, она будет, родное меню будет, да? Да, будет как будто непрошитая консоль. Фух, вообще просто красота. Вот этот вот. Ну, короче, мы сегодня прошли с тобой 3DO Gold Star, прошли SNES Mini, взяли на подумать Pico, так, разобрались вот с этой штукой некоторые моменты, которые меня интересовали. О! Видишь, это Jurassic Park. О, ничего себе. Вот, стоит динозавр. А это что, карик с фикс читом, с чипом шел? Не? О, ничего себе. Блин, ну хоть это прошили, блин, нормально. Ребята, будет обзор вот этой штуки скоро. Давайте, ждите. Так, давай без флешки запустим. Без флешки? Ну-ка, да. Давай. И что, сейчас прям включится как родной, да? Да. Ну. О. Как будто ничего и не прошивалось. Все, вот такой вот братуха мне сделал кабель волшебный. Мутный вообще, нормальный. Красавчик, я тебе вам говорю, вообще, Саня, бля. Так что это, все ссылочки в любом будут в описании, ребята. Там посмотришь на его страничку ВКонтакте. Он кое-что там такое вообще сотворил. Такой сплиттер мечты, что вам будет просто бомба. Так что это, ладно, сейчас. Ну вот и закончился. Закончился наш сегодняшний тяжелый день. Чё ты, братуха, чем ты недоволен? Все нормально. Ну, с Сатурном починим, да? Починим же? Починим. По-любому починим. Ну, с Несом немножко... Со второго раза. Со второго раза. Ну, мы решили, что это все-таки проблема в кластере была. Не будет. Кластер молодец. Ладно, Леха, ты красавчик тоже. Саня у меня тоже красавчик. Все вообще. Все, ребяточки. Да, у нас сегодня был... Короче, Саня Крэнк, у нас был дядя Зо, с вами была Ники Сан, мы сейчас все, провожаю братуху, они еще обещали ко мне неоднократно еще в гости приехать, приедешь, да? Конечно. Куда они денутся, блядь, мы все, мы теперь на веки веков, короче, я так понял. Дальше больше все ссылочки будут в описании на братуху ВКонтакте, зайдите, посмотрите, что он там за аппарат себе собрал, сплиттер, да, называется? Селектор. Пацаны, все ваши консоли можно подключить к одному селектору. Это вам может Саня ручной работой сделать там, все как надо. Зайдете в контакт к нему, посмотрите. Вот, на брата Азо тоже там, на канал подкиньтесь, пацану тоже, вот так вот там, все нормально. Короче, все нормально, ребята, я вас обнимаю. Впереди у нас ждут несколько обзоров, ну парочку минимум. Ну, а дальше на GBX Summer Party увидимся. Все. Всем добра. Это был Саня Крэнк. Я был Аники Сан. Ну, у нас Азо дядя ушел уже.
Так что это все. Всем добра. Пока-пока, чуваки. Пока. Пока.